Ассаламу алейкум. Приветствуем всех. Добрый вечер. Это опять я. Опять со своим телефоном. Давно не выходил с вами на связь. Ну, уже думаю, да он нужно, да он. Столько сплетен, да он. Интернет-ресурсов, да он. Столько убитых, столько раненых, да он даже не сосчитать, да он. И война выигрывает Украина, да он. Россия сдает позиции, да он. Что не бывает там, если прочитать, да он, телеграм-каналы, да он, украинских лжепатриотов, да он. А на самом деле, да он, хочу вам сказать, что то, что они неустанно, да он, утверждают, что под Лисичанском погибло много кадыровцев, да он, ни один кадыровец там не погиб и не ранен, да он. Я вам даю слово, если вы мне верите, я говорю тем, кто мне верит, да он. А те, кто не верит, да он, до них у нас делов нет, да он. А по всем фронтам у нас очень сильная идет подготовка, да он, ни один враг не пройдет, ни один рубеж. И когда 100% мы будем знать уверенно, да он, то мы спокойно будем нападать, зная, что спина защищена, да он. Спереди, да он, тоже, да он, никто не зайдет, тоже защищен, то 100%, да, воевать бывает легче. Мы создаем группы, да он, которые будут делать свои дела, выходить на разведку, уничтожать, да он, этих шайтанов. И для этого мы уже разработали, да, разные стратегии. И, ну, как никогда, да, за все это время, с 24 и 23 февраля, да, я доволен ситуацией, да. Ну, недоволен тем, что когда стреляют по нашим регионам, да, когда сильно не отвечают, да, и не уничтожают целые города, как я говорил, чтобы видны были горизонты, да, чтобы отключали свет, чтобы не работали электрические метро, там, не знаю, поезда, аэропорты не работали, да, чтобы, как и Донбассе, Луганске, Запорожье, там, в Херсоне, чтобы у них тоже остановилась жизнь. Только тогда они поймут, настолько, да, опасна война, да. Я бы с удовольствием, да, это сделал бы, да, и готов стать командующим, да, со всеми полномочиями, да, и после этих событий, после это уже война идет на нашей территории, да, мы объявили, да, военное положение, да, после я готов идти под трибунал, да, чтобы обезопасить наше государство, наш народ, я готов на это все, готов ради этого на все. Поэтому на сегодняшний день всего ситуация, да, он, даже где наши ребята, которые, вот, я наши называю все наши, но те ребята, которые
выехали из Чеченской республики добровольцы, спецподразделения, но там ни одного, это как этого сказать, мобилизованного нету. Там есть добровольцы, там есть спецподразделения, да, разные, да. И там и не нужно, да. Мы забираем каждый день, идем по их укреп, там районы, да. И абсолютно у нас это хорошо получается. Мы дали, да, приказ максимально, да, сделать это без потерь. Не спешит, некуда, скоро зима, да, нам будет тепло. На войне, которые будут, которые отправили на убой, да, им будет жарко, а тем, которые там в европейским и другим странам, украинскому народу, которые не принимают решения, им будет очень тоже холодно, да. Поэтому у меня, да, вот я как воин, который готов ради победы, ради безопасности нашего государства на все таки, чтобы народ, да, он определил свою судьбу. И они сказали свое слово, да, и чтобы они вытащили из лап, да, Запада, из Европы, да, своих же этих наркоманов, да, посадили туда нормально здравомыслящих людей, которые всю жизнь жили в России, в дружбе и братстве, да, и начали строить, да, дружеские, братские отношения, да, как сказал президент, президент относится к украинскому народу с уважением, и мы тоже, да. Я сейчас 2 дня назад разговаривал с одним пленником, он говорит, у них закончилось ВСУ, военных закончилось, там мобилизованные только остались, всех поубивали, да, СБУ, да, практически не осталось. Они только сейчас просят инструкторов, чтобы обучать мобилизованных людей, которые никогда не видели автомат, пулемет, гранатомет и другие, да, тем более, да, европейское, американское оружие, да. И они сейчас, да, дают любые деньги, чтобы пришли наемники и начали, да, воевать за Украину, да. Ребята мне писали, очень были счастливыми, да, наконец-то мы, да, получим трофей, да, много трофеев, да, и много, да, пленных, да, европейцев. Посмотрим, да, насколько, да, они смелые, сильные, да. Так что мы еще не начали, мы готовились, но сейчас, но будут результаты, как и было, как мы провели спецоперацию возмездия за это. День-два, да, мы убили 650 этих укроповцев, да, уничтожили десятки техники, да, и где Лисичанск, которые говорят, что убито много кадыровцев, там мы тоже очень много уничтожили, да, этих шайтанов, десятки техники, да, десятки техников, или как правильно сказать, да. И много этих разных шайтанов. Но, честно сказать, когда я начал разговаривать с этими пленными, мне жалко стало, да. Даже воевать, да,
неинтересно довольно. Если вот была же информация довольно, что привели довольно, ближе к Европе или Европу довольно, десантные, военно американских десантников довольно. Если они привезли бы их на Украину или там других там спецподразделений там разных европейских стран, то было бы интересно воевать там. Воевать там строителями, воевать там, не знаю, каменщиками там. Это не наше дело, да. Мы профессионалы, да. Мы хотим профессионально воевать увидеть да, против себя профессионалов, да. И мы просим, да, Байдена и других там руководств разных, да, европейских государств, да, дайте сколько хотите оружия и еще отправьте своих там этих солдат, или не знаю, офицеров, как это, спецназовцев, еще там десантников, контрактников, наемников. Мы очень ждем их там. Просто нам обидно за украинский, но там не остается мужчин, да. Вы всех мужчин поубивали там, давайте, да. Оставшихся мужчин, которые там в Европе тоже уничтожим. Там больше половины женщин было. И женщины, которые рожденные женщины, да, по природе. И еще, которые стали женщины, да. И которые процент оставшихся мужчин, то их и с ними мы хотя бы там поквитаемся, да. Так что не раскидывайте да, сплетнями, да. Мы на все 100%, на все тысячи, миллиард процентов выиграли. У них нет никаких сил и средств, да. У них ну, разные, 50 тысяч, 100 тысяч, это все ерунда. Есть, да, да, мужчины, которые ходят там, мужское население, да. И они не воины, они их считают и собирают, их задерживают, дают автомат в руки, да, и на убой отправляют. И здесь они попадают в мясорубку, там, и получается из них хороший фарш, да. Поэтому нам жалко вас, да. Эй, нет, жены, сестры, дети, да, скажите, да, этому наркоману Зеленскому, да, не видели его вид, да, он клянусь, он не соображает, он не понимает, что он делает, да, если бы он понимал бы, то не делал бы этого, да, не убивал бы украинский народ, да, когда он очнется, он будет жалеть, и тогда это будет поздно, он будет за решеткой, да, он. Так что я вас прошу, да, чтобы вы хотя бы сейчас, да, успокоили, остановились, вышли на митинги, да, сказали правду, да, определили, да, свою судьбу, да, мы чеченцы, да, вот после, да, у нас, да, во все времена были, да, войны царской России, во все времена там, вот, начиная с первого имама, да, шейх Мансура, всегда мы воевали, да, но мы нашли, в конце концов, да, мир, да, мир, это, да, как нашли, через решение народа, да, дали возможность референдум провести, да. И они сказали, что хотят жить в составе России. Да, война бывает. Война должна закончиться. Лучшая законченная война с миром – это самое-самое лучшее. Да. А полностью уничтоженное, да, города, села, население – это не то. Поэтому я говорю, не было там ни патриотов, ни Ичкерии. Масхадов готов был на все условия, который за Кайл бегает сейчас, который хочет подписывать там, короче, да, признание там Дагестана, Чечни, там, чтобы признали как независимое государство. Он шизофреник, да,
он шизофреник конченый, у него ни чести, ни совести, но он, ничего нету там. Там он опять же этих молодых людей начал обманывать там. И я прошу, но чеченскую молодежь, которая в Европе живут, учатся, но достойно, но представляют спорт и везде. Не поддавайтесь, но на эти провокации, клянусь Всевышним Аллахом, они никогда не были войнами, их разжаловали до своих же президенты, командующие, они дозывали шакалами тогда, когда они были еще живыми, но им прямо в лицо говорили о Закаеву, что он не мужчина, но он бегал, как знаешь, как шакал, но под ногами, но всегда, но он. И сегодня он тоже появился в Украине, там он сейчас и появился Масхаду или какой-то Аслан, сын Аслана, Анзорчик. Ты же знаешь, такой наркоман, да он, ты же в минусской квартире, помнишь, да он, с каждой до ночи люди, да он, возмущались, что ты не давал спать, да он, ты там со всеми этими наркотиками, девушками, да он не давал спать во времена исламского государства, да он. Ты же конченый наркоман, да, ты, у тебя не было ни чести, ни совести, ты никогда не был со своим отцом рядом. Поэтому вот эти болтуны болтают, а некоторые пишут там разные слова под разными этими постами, да. Не слушайте и услышьте только правду, да. Мы выиграли, не выиграем, а выиграли войну, да. Мы эти шайтанов не оставим, да. Даже до закончится, да, спецоперации или военные там события, да. Мы не хотим и не желаем останавливаться. Нам Всевышний дал возможность воевать с ними. И мы, да, дальше хотим продолжить свой путь до европейских государств, пока они не станут на колени, не извиняться перед Всевышним, да, перед мусульманами за то, что они сжигали Кораны, рисовали корректуры пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, пока они не станут на колени, мы не хотим останавливаться, мы не боимся вас, мы не боимся ваше оружие, мы каждый, кто умрет, попадем в рай, а вы, в ад, вы сами знаете об этом, поэтому я призываю всех мусульман, всех кавказцев, чеченцев, вы что сидите, давайте, собирайтесь, создавайте батальоны, полки, я буду вас снабжать, одевать, вооружать, вы должны воевать, отстаивая интересы, нашего, любимого пророка, Корана, государства, суверенитета, народа, религии, традиции, обычаи, семейные ценности, и вы кто, если вы сегодня не станете, на этот путь, против этих шакалов, против этих шайтанов, против этих сатанизма, фашизма, вы кто, как вас звать тогда, что вы скажете своим детям, вы же плакали, миллионный митинг был, в центре города, это что, формальность была, это что, вы что, обманывали, самого себя, что ли, каждая мать, каждый, отец, каждый, должен, отдавать своего сына, за то, чтобы отстаивать интерес, мусульман, христиан, отстаивать интерес традиции, обычаи, религии, А вы что думали, когда, когда пророк бился, саллаллаху алейхи ва саллям,
на войне, когда погибали его близкие, но он окружение сдал, защищая его, хотя они знали, что с ним ничего не случится, но он. А что, Дон, это пример для нас, Дон. Эй, проснитесь, Дон. Будьте мусульманами, Дон, будьте мужчинами, Дон. У нас должно быть не тысячи, не 10 тысяч, не 20, не 100, а сотни тысяч, Дон. Мы просто без оружия должны забирать европейские государства, Дон, пока они не станут на колени и не попросят у России разрешения, прощения, Дон, чтобы нас остановили, Дон. Я вас уверяю, что это так будет, Дон. Мы еще не начинали, Дон, мы еще не начинали призывать к джихаду наших братьев-мусульман, Дон. И поэтому Эта война священная война. Эта война священная. Я мечтаю умереть в этой войне. Я умираю, чтобы мои дети умерли в этой войне, Дон, священной, Дон. Но мы умрем только когда мы вас уничтожим, Дон. Так что у нас, алхамдулиллах, есть иман. Хвала Всевышнему, что дал нам иман встать на путь этот, и чтобы мы могли защитить свою религию, свою государство, свои традиции, обычаи, семейные ценности, да, Коран своего любимого пророка, да. Спасибо нашему президенту, что он законом, да, охраняет, да, все это. Поэтому Аллаху Акбар, Ахмад, сила, победа за нами, кто не с нами, кто под, тот под нами, да. Я думал всегда, когда я раньше не сидел в соцсетях, я думал, что все там, которые в соцсетях сидят, только умные и патриоты. Возьми там 10 профессоров, там, придумай самые там умные слова, напиши, там есть люди, которые будут критиковать тебя. Так. Критикуют так глупо, там, и вот вообще не понимаешь, там, как так может думать? Человек разве может о таком думать? Да, я не знаю, говорить, я вообще не знаю. Там. Даже мысли не могут приходить в голову, такие там, глупые, там, искаженные. Поэтому очень страшное дело в соцсети, и можно больше там, да, делать все, чтобы молодые дети не сидели в соцсетях там. Поэтому там у ваших нет детей аккаунтов разве? Нет, у нас он, мои дети там. Вот. У вас-то есть? У меня-то везде есть, но моих детей нет. Зачем им нужны? Что они будут делать? А у них график загруженный, там, расписанный, да, вот, каждый там час, секунда, поминутно, там, вот, у них каждую неделю расписан. Поэтому им не до интернета, не до Инстаграм, там, не знаю, контакта или Мальстера, там.